Красноярские полицейские задержали домработницу, которая украла часы стоимостью в 1 000 000 рублей у своих работодателей. С заявлением обратилась хозяйка дорогого аксессуара. Она рассказала, что единственным чужим человеком, посещавшим их квартиру в Октябрьском районе, была женщина, оказывающая услуги по уборке. После исчезновения часов она перестала приходить. В ходе следствия выяснилось, что именно домработница совершила кражу. Золотые часы элитной швейцарской марки с крупным бриллиантом она сдала в ломбард. Но их истинную стоимость оценить не смогла и выручила только 70 000 рублей. Как женщина призналась следователям, на преступление ее толкнуло желание быстро поправить свое положение, так как она зарабатывала немного. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Часы сейчас находятся на экспертизе, затем их вернут хозяйке. На что хотелось бы обратить внимание граждан, которые нанимают к себе домработниц или каких-либо других лиц для оказания каких-либо домашних услуг. Да, ну, во-первых, если вы это делаете через компанию, заключайте обязательно договора. Обязательно просите рекомендации на данных граждан. То есть обращаем внимание на то, что посторонних людей, о которых вы ничего не знаете, какой образ жизни они ведут, и приглашаете их для оказания вам надомных услуг, все-таки следует проверять и быть бдительнее.